Приветствую тебя, дорогой друг, на моем канале, то есть на канале Маруми. Я рад тебя видеть и надеюсь, ты рад видеть меня. Ну что, поехали? Мы дальше проходим Bloodborne, и я сегодня иду на нового босса. Амелия. Это девочка, которая превратится в Собакина. Да. Так, ну сейчас я после разорванной мошонки, ну если это в предыдущем видео, ты видел, я завалил босса, похожего на мошонку. Не без труда, но ничего. Сейчас я прокачаюсь, и пойдем на нового босса, но до него нужно еще дойти. Правильно? Правильно. Ну что, какие у тебя дела? Потому что прошло 3 недели, я обещаю исправиться, и вообще я хочу... Ну правильно, ты, наверное, скажешь, да, запарил ты. Все время говоришь исправиться. Да, я прошу прощения, но у меня есть еще помимо этого другая работа, на которой я работаю. Хочу заработать себе, купить новый микрофон, купить там всякие звуковые карты. Ну, чтобы тебе было приятно слушать. Так. А тут я немножко подзалип. Мне хочется, может быть, костюмчик какой-нибудь купить. Просто для балды. Давай, да, это... Костюм какого-то... Ирманского охотника, ну-ка. О, ну смотри, он почти такой же, как у меня, только немного попроработаннее. Вот этот шлейф сзади раздвоенный, ну как у змеи язык. Вот, и вот эта портупея в виде перекрестия на спине. Ну, ничего, и вот эти писюлечки болтаются. Вот видишь, да, еще и спереди такие же там. Ну слушай, ну он более детальный, более красивый. И такой он выглядит посолиднее, что ли. Потяжелее. Да. Ну, а мы отправляемся... Куда мы? В соборный круг. О, так, ну что ж, давай доберемся с тобой до Амелии и пробежимся. Там должны быть новые чувачки сейчас появиться, такие... как же они выглядят? Такие высокие, в цилиндрах, такие все наряженные и с посохами какими-то... Типа... Целестиалы какие-то такие. Оу, нихера. А, ты видел, да, мужичок какой, блядь, терминатор нахер. У него шестистволочка, блин. Как, мистер Гаспачо, по-моему, называется эта пушка, да? А, нормально мужик пристроился, ну ничего. Вычистили мы тут все. Ох ты, ну слушай, еще один такой, блин, с косой какой-то бегает. Не с косой, а с пиратской саблей. Но я хочу быстренько здесь пробежать. Мне не хочется с ними сражаться. Ну, как я говорил, да, я буду иногда, ну, спидранить. Ну, как получится, посмотрим. Потому что игра сложная, это разберемся. Так, ну поехали, прыгаем потихонечку. Вообще, в последнее время задумался, ну не то чтобы прям только недавно, и последнее время я сразу об этом думал, о развитии канала и что предпринять для его увеличения. Я просто сейчас в небольшом замешательстве, понимаешь, ну, как бы сейчас прогрессируют в основном каналы, что-то подобрал, где я вообще... А, ну, точка сохранения. Лидируют каналы немного легкомысленные, инфантильные, дурные. Я не знаю, буду ли я продолжать как бы какое-то суперразвлекательное такое, там, дурь нести всякую, хотя это сейчас популярно, там, да, такие веселушечки, или, может быть, это что-то будет все-таки моего возраста. Ну, например, я имею в виду вот... Давай мы оденем вот такой костюм, чё? Я начал говорить и не рассказываю, что делаю. Ну, как вам такой костюм? Это же аниме. Аниме, чё, пошли на босса в женском костюме, да? Говорю про какую-то серьезность, я надеваю женский костюм. Нормально, серьезно, отлично, погнали. Вот. Ну, давай с тобой обсудим вот что. Что? Ведьмака. Мы сделали опрос, голосование, прочую фигню, что ведьмак всем зашел. Это было просто, как бы, ну как сказать, беспрецедентное голосование, в котором победил ведьмак, просто набрав 80%, третий причем, да, ведьмак. Вот, и
ребята хотят видеть этого ведьмака, да, как бы на канале, но я почему-то сомневаюсь, что реально ты будешь это смотреть, потому что игра как бы, как сказать, не угарная, типа серьезная и ролевая, как бы, да. Я не уверен, что нынешнему поколению нужно это, но я сниму, мне лично нравится ведьмак. Кнопочка, поехали. Вот, поэтому, ну не знаю, как-то так. Может быть, проходить новинки буду, да, там, типа, Одиссея, но он уже не новинка, в принципе. Ну ладно, посмотрим, посмотрим. Чё я тебе гружу? Ты пришел сюда отдыхать, смотреть игру, да? Правильно, правильно. Вот. Поэтому давай мы сейчас оденем штанцы и вот такую накидку. Почему бы и нет? Шапку снимем на цилиндр и его, смотри, как пончо. Мексиканский парень, пончо, Ладно, давай без шуток. Вот теперь действительно как анимешный герой. Смотри, у нас такой розовый шарфик и сверху накидка. Остальное все мужское, мыши не пидоры какие-то, да. Вот, проходим дальше. Вот, ведьмака я с удовольствием, конечно, запишу. Вот эти ребята, про которых я говорил, высокие, с шестами, распятием какие-то, целестиалы, здоровые такие. Но у них почему-то какая-то маска на лице, да? Какая-то виндетта как будто бы. Посмотри, это виндетта, нет? Нет, это не виндетта. Это лица у них шевелятся. Ну ладно, сейчас мы с ними разделаемся по бырику. Главное не отъехать, потому что удары у них довольно увесистые. Увесистые. Еще один чувак с косой. Вот, мы продолжаем проходить. Вот. Так что как-то так. Как-то так. Какие игры? Ну вот. Блин, короче, напиши. Вот ты напиши, какие игры ты ВКонтакте напиши в группе или в Ютубе, в комментах. Хер там, хер там. Видишь, фишечка какая. Когда ты открываешь дверь, тебя невозможно ранить. Вот так. И мы пришли к боссу. Да-да, вот так быстро. Ну что, сделаем это, друг. Так, давай, надо подготовиться, огненную бумагу. Это очень мощная вещь, кстати. Так, сгусток крови, чудовище. Теперь мы будем набирать чудовищности. Это будет увеличивать наш урон. Все, молчу. Бу! Извини, не удержался. Так. О май гадабл! Белый волк! Да. Вот это чего вырыло? Вот это да. А что у нее за висюлина на ухе? Это как тело какое-то. Жесть. Блин, ну японцы, а? Какая у нас тактика? Бьем по ногам. Бьем по ногам, она падает. И отпизживаем лицо. Ну, как-то так, да? Да, тихо, тихо, тихо. Видишь, огненная бумага, у нас как бы волк, мохнатик, и мы его огнем, и по ногам, и он падает, и мы ему как бы нащелкиваем. Так что вот так. Так. Тихо, тихо. Сейчас. Так, поехали. Промахнулся. Ну что такое, колено загорелось. Так, хорошо, продолжаем. Вот, башку опустила и нащелкала. Так, насаживаем ей. Так, продолжаем. Сейчас буду всякую нести херню. Приписелим тут со спины. Так, ну, в смысле нет. Ну, смотри, мы уже почти сделали. Так, я надеюсь, челлендж с первого раза. Давай, 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 давай. Конечно, как сделал, сразу челлендж придумал. Так, о, ништяк. Да обычно уничтожено. Золотой кулон мы получаем. Я не знаю, зачем он. Давай сделаем здесь чекпоинт свой. И у нас здесь череп. Осмотреть.
Не трогай! Не трогай! Убьет! Так. Мастер Уильям, я пришел попрощаться с вами. О, знаю, знаю. Теперь ты собираешься предать меня? Нет, но вы никогда ничего не слушаете. Говорю вам, я не забуду нашу поговорку. Мы рождаемся из крови, воспитываемся кровью, погибаем от крови. Нам надо открыть глаза. Бойся древней крови. Я должен идти. Допустим, и что мы из этого разговора поняли? Клянусь богами, бойся ее, Лоуренс. Ну, пока что понятно, что нам ничего не понятно. Ну ладно. Чё нам? Иди бей боссов, спидрань, да и все. Ну, дальше сейчас мы зайдем, прокачаемся за очки и, в принципе, побежим до следующего босса. И, возможно, придется бежать через густой лес, страшный лес. Так что возьми чай, возьми еду, путешествие будет долгим. Ну, как-то так. Посмотрим, что наш охотник из себя представляет. Мы сейчас подпродадим всякую шляпку и пойдем до следующего босса. Я не помню, как он называется. Так что, в принципе, наше дело молодое. Что там, дайте прикончить такую тварь, чтобы она не мешала другим людям жить. Да, ну да, да, как-то так. Смотри, какой у нас молодец. Татухи, кстати, а можно было ему сделать татуху? Нет, на спине. Было бы круто, смотри, торс какой. Мы накачанного парня выбирали. А, ну, я-то как бы не то, что по парням, я по девочкам, но просто все равно, оно же... если ты не можешь оценить другого человека, как бы похвалить его за что-то, то, чувак, смирись, ты токсичный мужик. И если ты никого не хвалишь, то и тебя никто не похвалит. И ты будешь тусить с такими же нехваленными, токсичными мужиками. Или парнями, или девчонками, мальчишками, мальчиками, девочками, детками, деточками. Извини, херню несу. Вот. Поэтому будь добр. Будь добр. Так. Немножко прокачали оружие. Я вот не знаю, может быть, пилу-топор сменить или нет. Хотя это как бы такой некий канон. Мы можем вот самоцветики вставить, и они дадут нам, как бы я их вставляю, дадут нам мощность, прочую фигню. Я не буду тебя этим запаривать. Тебе, если это интересно, ты можешь поиграть в эту игру. Но я не думаю, что тебе вот такой план интересен. Это интересно. Ну, тут такая РПГшность, она не такая сильная, допустим, как в Ведьмаке, где можно всякие штуки там вставлять, тоже всякие сеты, не сеты. Кстати, вот в Ведьмаке мне не нравится одно, что... Хотя, не знаю, как бы в Ведьмаке самые сильные сеты — это... всегда только ведьмачьи. Ну, в принципе, оно как бы логично, да, что сет ведьмака для ведьмака, он будет лучшим, нежели чем какие-то доспехи, даже сшитые лучшими эльфами, да. Но все-таки, мне кажется, допустим, какие-нибудь эльфы могли бы сделать сет покруче, чем сами делают ведьмаки. Смотри, какие статуи. Слушай, ощути их мощь, ощути их мощь и готичность, и ворота какие. Ну, конечно, да, да. Мощно. Вот. Извиняюсь. Вот, ну, в общем-то, я все-таки стараюсь спидранить. Ох, какой вид прекрасный, посмотри. Ну, вообще, красота. Где ты такую атмосферу еще ощущаешь? Нигде, кроме Bloodborne, Dark Souls, может быть. Ну, вот, новые игры Sekiro там, да. Вот. Так вот, там еще были... Ох, ёптить. Там еще были...
с этой вампиров, он полностью красный, но это в дополнение. А, и почему бы ему не быть лучше? Все-таки вампиры это как бы довольно-таки искусные типы, а не полумаги, всякие магические существа, которые могли бы запиндерить. И этот сет, кстати, такие латы полностью красные, с шлемом, скрывающим лицо полностью. Очень круто. Немного даже аутентично и выглядит, ну, как бы не как из вселенной Ведьмака, а немного такого современненького. Вот. Так что я Ведьмака сниму, как обещал, как мы все-таки голосовали, у нас демократия, да. Вот, поэтому как-то так. Вот, посмотрел я Одиссея, многие по нему что-то вперлись, я так про каждую новинку, да, говорю, типа, мне не понравилось. Ой, блин, что-то я тут все задеваю, провода. Мне не нравятся новинки, я их не буду проходить. Нет, ну на самом деле, Одиссей это, ну, в смысле Ассасин, да? Ассасин Одиссей, Сяся. Вот, Ассасин, да? Одиссея, блин. Вот, блин, ну это реально ведь... Дратуйте. Какой джентльмен в шляпе сидит. Он ожидает свою карету, чтобы забрать свою леди и поехать на бал. Ты был когда-нибудь на бале? Я не был. Ну вот. Что я говорил? Забыл. А вот он, собственно, и запретный лес, про который я тебе говорил. Надеюсь, ты приготовил чай, вкусности всякие. Устраивайся поудобнее, а я тебе покажу окрестности этого грустного, печального, смрадного и туманного леса. Вот такие вот здесь твари. Охереть, ну не так я ждал, что меня встретят в этом лесу. Как смешно бежит, ну давай, давай. Вот так, промахнулся. Сейчас я тебя высажу. Оу, да не тут-то было. Вот так, ну и все. Парниша попутал берега. Ты попутал берега, ты не туда пришел, Вася. Ну вот. Так. Куда идти? Что-то я запутал. Ух ты ж, блядь! Ёп тут. Это что за гуки тут сидели, спрятались? О, противоядие пригодится. Это полезная вещь. Потом увидишь. Тут болота будут, они травят. Так, слушай, вот тут... Ух, хорошо меня здесь встречают. Да, оп, по краю. Ты видел, да, чувак оступился? А ведь этим чуваком мог быть я, но нет, я же профессиональный игрок, я спидраню, ё-моё, ну ты чё, видишь же, да? Ну, в общем, видишь, как мрачненько, зелененько здесь и коричневенько. Коричневенько, главное, не у нас в штанах. Пошли дальше. Оу, это была ловушка. Мне очень повезло, она б меня сваншотила, наверное. А, да, про Ассасина я говорил, что это слизанный ведьмак, Секаса туда добавили, да, как бы, ну, эротики какой-то, ну, как бы, блин, ну, Секас был еще из первого ведьмака, как бы, в третьем это развили более круто, да, я не знаю, ну, потом это уже просто будут Игорь и Порева, да, нажми кнопку, чтобы ей при... Ладно, как бы не о этом речь, шкатулочка. Так... Ну, как бы, да, это прикольно. Ну, ладно. Вот в Bloodborne никакого секса. Вот ноль. Секас ноль. Но в то же время эта игра очень сексуальна. Да. Хижина дяди Тома. А это сам дядя Том, да? Ну что? Оп! Не тут-то было, бро! Я думаю, ему мало не показалось, потому что мы его сваншотили. Смотри. Метелочки, совочки. Да, эта хижина знавала более лучшие времена. Радикально лучше. Ну, что ж делать? Это кошмар. И ему надо соответствовать его репутации. Кошмара. Так, куда? Направлено налево. Ух ты. Меня не очень-то заботит судьба этих фермеров. Ух ты ж, блин. Поэтому я думаю, мы зачистим здесь все.
Хотя я говорил, что мы проспидраним, ну, так, под настроение, не все же бежать, да, надо и поместиться, видишь, ребята, «Матрицу» не смотрели, я поговорю это почти в каждой серии, наверное, да, «Матрицу». Ну, потому что здесь надо уворачиваться, уворачиваться, так, нормально. Так, идем дальше. Смотри, амбар какой-то, колеса. Что здесь было? Вот только ты, ну, представь, что здесь могло быть раньше. Как здесь было? Мне очень любопытно. Ата. Слушай, эти ребята довольно одеты неплохо. Но если это мутировавшие люди, которые выросли, почему их одежда увеличилась, да? Получается, она должна быть им мала, потому что они, ну, как бы великоваты для людей. Получается, если одежда им почти по размеру, получается, эти твари уже здесь были. Если они здесь были, то кто они? Что это за существа? Получается, они были такими здоровыми и пошили себе эту одежду. А кто им шил? Кто им пошил эту одежду? Неужто среди них есть швея? Дизайнер одежды, одежда красивая. Нету. А тогда... Получается, они держат в заложниках человека, швею, да? Ладно, что-то я загнался. Но на самом деле, да, подумай. Так, тем временем мы зашли в какую-то зловонное, темное пещеру. Ну вот мы вышли на болото. Да, эти болота я помню. Собственно, в них есть какие-то пиявочки, которые нас будут травить. И, собственно, здесь воняет. Ты чувствуешь? Я не пойду по нему, потому что у меня немного пока лекарств от отравления, и мне хочется пока жить, и я не вспомню, если честно, дорогу к боссу. Так. Эй! Кто-нибудь есть здесь? Ворона! Где босс тут? Давай поднимемся. Так. Ай-яй-яй-яй, ворона, куда нам идти, подскажи. Оу, нихера себе, новый сет, крутяк, давай примерим. Ух ты. Нет, ну, не знаю, может так оставить. Слушай, ну сет вообще крутой, но мы шляпу не снимем, потому что, знаешь почему? Ой. Жесты. Ух ты ж, блядь! Я с тобой поздоровался, а ты меня так вот в макушку чокнула. Ну вообще. Слушай, ну шляпу можешь оставить или этот? Просто в шляпе видно наши красные волосы. О, очки тоже ничего. Слушай, давай пока так погоняем. Ну вот мы говорили про ассасина. Смотри, нам сет из ассасина выпал тут. Вообще потрясно. Ну, нам везет. Это дело хорошее. Так, отсылочка к ассасину. Так, чё? Опа. Мужик, ты чё тут принатарел? Притих, чё-то сидел. Сидел, чё-то там. Барыга, что ли? Так, я... О, послушай, здесь... Чуваки, значит, нам сюда, потому что где мы зачистили, явно мы не могли там ничего, ну, пропустить. Значит, нам сюда. Братиша, видимо, глух на голову и не услышал, как его друзей расхерячили. Смотри, морда какая. Животное. Это же животное. Кстати, по-моему, мы превращаемся, когда набираем очки животности, в такую же херню. Ай-яй-яй. Это что за тут? Ползунки. Таких мы уже встречали, только невесты это были. Эй, горбун. Пиво есть. Так. Нет, я не пью пиво. Не-не-не, и тебе не советую. Не, ну по праздникам может быть. Ну и не так, чтобы. Так. Что тут у нас? Клетка какая-то? Нет, что это? Я не помню. Смесь едкой крови, это хорошо. Что это за место вообще? Какая-то деревня на болотах с пещерами.
А как тут могли люди жить? Эй. Ну давай. Постреляй мне, постреляй, иди сюда. Петух, иди сюда. Лети, птичка. Так. Ну, вон тот, конечно, поклончик, да? Я не забуду никогда. Решил тут поприветствовать воробушка, а он мне клюнул в затылок. Такой подлости я не ждал. Мир Блудборна коварен и жесток. Жесток. Так. Опа! Кто-то снова с базуки шмаляет? Что за херня? Я не понял. Кто здесь ходит с базукой? Эй! Где ты? Я хочу забрать твое оружие. Эй! Чё-то нету. Нету никого. Слушай, ну, хорошо, мы здесь пуль пофармили, очень круто. Кстати, может быть, ты скажешь, типа, вот, там 20 пуль, а ты дальше фармишь. Нет, друг мой. Ага, вон она и пушка. А пули эти туда с нам в банк складываются. О, мужики лежали тут. Лежали, отдыхали, и тут мы пришли. Я тебе помахаю. Отдыхай. Так, ну нам этот ствол надо разрядить, если ты понимаешь, о чем я. Так. Вот этих карасей я не понял. Здравствуйте, я не понял, почему тебя не... это, не застанило? Братиша. Ебать, у него гребешок. Нихера себе. Это он причесывается им, походу. Расческой своей. Так, а что у нас здесь? Может, что-то вкусненькое? Пузырьки, сгустки крови. Пригодится. Пригодится. Так, ну что ты, пушкарь? Эй, сюда. А как, можно пострелять? Пострелять с пушечки. Ну-ка. Ого-го. Эй. Чё-то не сильно далеко. Так, два одинаковых кристаллика. Так, пошли дальше. Пиу-пиу-пиу. Пиу-пиу. Ой. Что это за часовой хоть? Слушай, это вроде монстр, но у него... этот? Привет. Ты будешь следующим. У него... фонарь в руке. Почему он его несет? Он же... как бы... монстр. Зомби. Ну, как бы у него нету разума, сознания. Почему он с фонарем? Я не понимаю. Ну, ладно. Ничего, в любом случае, конец у него будет один. Ой. А чё, он добрый, что ли? Эй, ты чё? Бро. Ах ты ж твою мать! Я не хотел тебя злить, прости, но я бы не ты, я бы не убил тебя. Я просто так шутил. Я так шутил. Ух ты ж, ёб, гидра. Так, ладно, змеюка подколодная. Пиу. Блин, и не застанет ее. Его. Ух ты, ты видел у нее, как рука дрожит, а? У него, у этого. Он пузырьков крови с него. Слушай, ну он какой-то добрый был. Ну. Хотя добрый монстр. Сейчас бы я повернулся, он бы мне как пришпиндорил бы расческой в спину. Ну их нахер. Это кошмар, здесь монстр, мы уничтожаем все, что видим на своем пути. Иначе не может быть. Иначе мы... или мы, или они нас. Вот смотрю, а этот... Вот видишь, да? Он почти убил меня. А тот бы так бы спину мне засадил бы. Не, я не хочу с ним связываться. Ну ты нафиг. Иди нафиг. Бегим дальше. Он меня преследует, и чё? Так, может оторваться получится? Ну-ка. Пока! Нормально. Лифт нас выручил. Так, что-то парень пригрустил здесь. Эй, ты кто? Башка ведро. А, новое лицо. И кажется, выдающийся охотник. Я Вальтер, предводитель лиги.
Теней? Члены Лиги очищают улицы от скверны, которая расползлась во время охоты. Как и надлежит поступать всякому маломальски приличному охотнику, разве ты еще не насмотрелся на этих жалких тварей, мерзких слизняков и безумных докторов? Приговори извергов к смерти, тебе будут помогать союзники Лиги. Что скажешь? Хочешь вступить в Лигу? Да, как и подобает охотнику. Я хочу в Лигу Теней. Храни ее у сердца, свою руну Кэрилла, символ Лиги. Нечистота. Ночь полна мерзких отбросов и вся пропитана их вонью. Только представь, теперь ты готов охотиться и убивать, сколько пожелаешь. Ха-ха, да, охотиться вместе со своими товарищами, твоими союзниками по Лиге. Я и так это мог делать. Все. Отлично. Теперь у нас есть разрешение, которое нам не требовалось убивать монстров. Ну, союзники в этом сне, я думаю, нам не помешают. Эхей, друг мой, что-то мы припозднились. Давай, наверное, до следующей серии. Обещаю ее выпустить побыстрее. Ну а тебе спасибо. Ставь свои лайки, комментируй и подписывайся. Пока-пока.